В качестве национальной идеи. Да какая национальная идея? Национальная идея очень простая. Все люди хотят одного. Хорошо жить. Вот. Чтобы им не приходилось там голодать, скитаться, чтобы они могли иметь нормальную работу, чтобы они могли пару раз в год ездить в отпуск хоть куда-нибудь, ну или в крайнем случае к себе на дачу. Чтобы их дети учились в хорошей школе, чтобы была хорошая медицина, чтобы была хорошая социалка, чтобы человек не думал, чем ему заплатить за квартиру и что ему там, и как ему дожить до конца месяца и не умереть с голоду. Чтобы детям можно было купить игрушку, отправить в спортивную секцию и так далее. Все люди во всем мире хотят одного и того же. Нету в стране ни одной страны, где бы я ни жила, где бы люди хотели чего-то другого. Все остальное — это мелочи жизни.